В Самарской области проживают около 130 тысяч татар. Татарский народ, оставивший глубокий след в многовековой истории, объединяет в себе идею пространства и времени мира, дает ощущение, что история и культура татар является неотъемлемой частью мировой истории. Мы, татары, коренной народ Самарской области. По численности мы занимаем второе место. У нас в Самарской области много сел, много школ. Мы компактно проживаем на территории города Самары. Поэтому для того, чтобы сохранить нашу культуру и традиции, мы постоянно проводим общественные организации Самарской области, проводим мероприятия, чтобы наши дети в будущем, хотя, к сожалению, они не могут изучать родной язык, но хотя бы традиции своих дедов, бабушек, отцов, матерей знали. Для этого мы проводим ряд таких крупных мероприятий. В прошлом году, вы знаете, что было проведено Всероссийский сельский сабантуй. На Всероссийском сельском сабантуе у нас присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич, президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич. Были собраны много гостей из Российской Федерации, из многих регионов. Мы пришли, показали красоту нашего края, нашей области, Самарской области. Мы показали, как мы дружно живем в нашем регионе, в нашей многонациональном области. Также, действительно, вот этот сабантуй, который мы провели в селе Камышле, всероссийский сабантуй, он на сегодняшний день является одним из лучших сабантуев Российской Федерации. И то, что мы провели первый сабантуй в селе Алкине, то есть это говорит о многом, что татары живут дружно, что татары живут дружно с администрацией, между собой, и мы можем совместно проводить такие мероприятия. Татарские национально-культурные объединения с самого начала своей деятельности в конце 80-х годов прошлого века уделяли большое внимание развитию детского творчества. Постепенно эта работа сконцентрировалась в форме проведения ежегодных фестивалей, которые стали неотъемлемой частью национально-культурной жизни Самары и области. Например, международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас», что в переводе на русский означает «наследие». Более 20 лет фестиваль детского художественного творчества проходил в Самаре под названием «Поют татарские дети». С 2017 года фестиваль носит название «Мирас» и обрел новый формат. Теперь в нем принимают участие юные артисты из детских музыкальных школ, детских школ искусств, разного рода студий при домах культуры и учреждениях дополнительного образования. Количество участников растет из года в год. Расширяется и география фестиваля. В 2019 году он приобрел статус международного. Поддержку в организации мероприятия в этом году оказала администрация городского округа Самара. Фестиваль «Мирас» – это, наверное, один из самых масштабных фестивалей, которые проводятся национально-культурными центрами, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Самара. И ценен этот фестиваль тем, что помимо сохранения национального языка, культуры, что, естественно, уже априори входит в задачи фестиваля, ценен тем, что это фестиваль, объединяющий различные народы, представителей разных национальностей, которые живут в нашем городе. Ведь этнически не являясь татарами, исполнители, чтецы,
те, кто занимаются в хореографических кружках, ансамблях, могут принять участие. В результате ребята, этнически не являясь татарами, лучше узнают татарскую культуру, лучше узнают культуру тех национальностей, которые живут рядом с ними. И узнавая, постигая эти элементы культуры, они становятся ближе друг к другу, они лучше понимают друг друга. Именно этим ценен фестиваль. А масштаб фестиваля как раз говорит о той глубокой деятельности, о той большой работе, которую проводят наши национально-культурные центры. А в этом 2020 году в связи с пандемией все мероприятия у нас переведены в формат онлайн. Так состоялись в формате онлайн чувашский праздник, посвященный параду памяти 1941 года в городе Куйбышеве. В онлайн формате пройдет фестиваль «Мирас», также фестиваль «Беларусь. Моя песня», фестивали, которые организует Башкирский национально-культурный центр, Осетинский и другие. Но тем не менее, основные задачи фестиваля остаются прежними. Это сплачивать жителей нашего города, в первую очередь молодежь, с тем, чтобы они лучше узнавали друг друга, лучше друг друга понимали, что скажется на дальнейшем взаимодействии между национальностями и дальнейшей жизни молодых людей, которые понесут эти знания, эту дружбу дальше в своей семье на протяжении всей своей жизни. В этом году конкурс проходил в дистанционном формате, но это не помешало коллективам, принимавшим в нем участие, порадовать своим репертуаром. Кроме того, благодаря тому, что фестиваль провели в онлайне, участие смогли принимать коллективы из труднодоступных районов и регионов. Через сцену фестиваля за два десятилетия прошли сотни юных артистов, которые таким способом приобщались к образцам татарской культуры, составляющей неотъемлемую часть многонациональной культуры народов России. Все мы знаем, что у нас грядет перепись населения на следующий год. И здесь очень важно сохранить наши национальные корни, быть верным памяти наших предков, бабушек и дедушек, и не забывать, что мы, в принципе, великая нация, татары, великие татары, и поэтому нужно поддерживать свою, национальную идентичность, свою национальную принадлежность. Мне бы хотелось коснуться немножко, с вашего позволения, состава жюри. Потому что статусность мероприятия все-таки определяется составом жюри, насколько он высок, насколько он профессионален. И здесь мы подошли с той точки зрения, что мы выбрали не просто деятелей науки, деятелей искусства точнее, а выбрали именно педагогов с большой буквы. Потому что они должны не только дать оценку выступления детей, а они дать еще, самое главное, дать совет, куда двигаться этому ребенку, что ему предпринять и в чем ошибка, предположим, его педагога в том, как он занимается, какое направление лучше предпочесть, допустим, какой-то вокал вместо академического, например, народный, вместо народного, эстрадный. И у нас на протяжении ряда лет является председателем жюри народная артистка России и Татарстана, это Венера Ахатовна Ганеева. Она заведующая кафедрой сольного пения Казанского института культуры. В жанре инструментального исполнительства у нас тоже профессор Казанского института культуры, художественный руководитель оркестра «Казан-Нура» это Расим Идгамович Ильясов. В жанре хореографии у нас тоже мэтр, это художественный руководитель государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Хаметов Айрат Ринатович. В прошлом году в номинации «Художественное слово» у нас был замечательный поэт, прозаик Роберт Мугалимович Минолин. К сожалению, сейчас вот больше полугода, как его нет с нами. И у нас на территории Самары, я просто не могу об этом упомянуть, проходит еще с прошлого года, начался областной региональный конкурс в мире поэзии. То есть там дети читают стихи на татарском языке.
В этом году мы решили этот конкурс тоже провести онлайн. Мы его провели и сделали его памяти Роберта Мугалимовича Минулина. Дети в память о нем, о его творчестве, о его творческом наследии читали его произведения. Этот конкурс собрал порядка 83 участников. К нам даже примкнули участники из других регионов, услышав об этом. Вот. И мы не смогли им отказать, потому что им было не важно не участие, а важно было почтить память этого замечательного, выдающегося человека. Яшлек, гумерен кыска синен, шунды кыска булып тыйла, кишен шешек атқан була, этанында инды кыйла. Мөхәббәт узы иске нәрсе, ләкин һәр бер йөрәк аны яңарта. Тиле яшьлек ярты гомерен бирә аның хисе белән яңарга. Янган яшьлек, үткән мәхәббәтләр алар миндә мәңге терелмәс. Күзләрем дә хәзер бер кемгә дә гышык үтезләп тегелмәс. Ә мин бөтенләй әйттәүбә әйттем ул эшләрдән. Иркешекләнмәгән йөрәгемә башлык итеп куйдым гакылны. Гакыл башлык булган көннән алып, көн-төн йылыймыз көн йөрәгем. Һәр көн азгыш, һәр көн йөрәгемә башлык итеп куйды гакылны. Эх, син яшьлек! Эх, син тиле яшьлек! Шундый кыска булып тыйылдың. Кишен чәчәк аткан булдың. Этанында инде кыйылдың. Ведется большая работа по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия татар Самарского края. Празднование исторических дат, установка памятных досок, выпуск научно-популярной литературы и проведение экскурсий. Налажены разносторонние связи с органами культуры Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, региональным духовным управлением мусульман Самарской области, другими татарскими национальными и общественными объединениями, работающими в городских округах и муниципальных районах Самарской области. Что касается татарской автономии, она создана уже более 10 лет, существует на территории Самарской области. Основными направлениями, конечно, является сохранение языка, культуры татарского народа, воспитание взаимовыручки, дружбы, такое вот, знаете, все, что описано у нас в Коране, там, допустим, или в Библии, или в Торе, все это, как говорится, мы выносим тоже во главу угла своей деятельности. Мы очень взаимодействуем со всеми общественными национальными организациями Самарской области. Вы знаете, что у нас на территории, наверное, более 150 национальностей проживает. И поэтому наша основная задача тоже жить в мире и согласии. В Самарской области выпускаются издания о жизни татар региона. Это Бердамлек, Салям, который Бердамлек, он в основном у нас идет на татарском языке. Салям, он там учредителем является у нас и духовное управление мусульман Самарской области. Там есть, можно, как говорится, прочитать и на татарском языке, есть вкладыши и на русском языке, то есть общедоступные. Ансамбль есть у нас свой татарский, Ялканлы Яшлек. Он базируется сейчас на ДК «Чайка» в поселке Управленческом. Ну, тоже вот есть у нас, сами понимаете, что в наше трудное время много, конечно, финансовых проблем. Но находятся у нас такие меценаты, неравнодушные люди, которые тоже оказывают всемирную помощь, потому что все это надо помогать, содержать, артистов надо одевать, перевозить. Вот. Ну, все это вот пока лежит, как говорится, и помощь есть и от города, и от области, но в основном еще помогаем мы, меценаты. Плодотворная работа дает результат. Молодежь не только сама учится разговаривать на родном языке, но и готова передавать знания будущим поколениям.